три уровня работы. So three levels of work. Первый уровень – внутренняя работа. Вот идет его сила. First level. Я ее сразу взял и ему отдал. Inner work. I take his power and give it back to him straight away. Сейчас силы пытался взять, да? Mm-hmm. Вот, сила идет. Вот мы силу взяли и раскатали. Mm-hmm. Вот, Саша, иди. Это эмоция. That was emotion. То есть вот мы эмоцию прихватываем, она очень эмоциональная такая. Девок, иди сюда. А теперь вот мы, ну, да. Головой человек идет, да, вот он головой идет, думает, вот мы его голову прихватили. Now the other person is thinking too much and we take the head. То есть можем силу забрать. So we can take power. С эмоцией работать, да. Emotions. Чем человек идет. Depending on what the other person is coming at you with. Немножечко по-другому. Вот, теперь второй вариант. Now the second option. Я задумался, засмотрелся. Оп. Смотрите, уже точка приложения силы в моем теле. Say I missed the first initial point and I... Она уже в меня зашла. Поэтому мне здесь... Бесполезно что-то делать, как мы вначале делали. То есть здесь уже работа в моем теле происходит. And he already got in, and I need to work in my body inside. Ну, до бедра где-то, да? Mm-hmm. Поэтому я ничего не думаю. Вот бедро двигаю просто и все. So he's now in, he was in my hip, and I то do not think, сила, but I just move the hip, mm-hmm. depending вот, on раз, точка, where he контакт. Got to. Mm-hmm. Два точка, уже вот нога, куда... Mm-hmm. Зашла сила. Вот я убрал ногу. Опора пропала. Разорвать две точки, чтобы между ними не было напряжения. So there are two points. The first one is the place of contact and the other where the power is applied. Вариант, что у нас есть ноги. And we need to destroy the connection between those two. То есть вот он берет, стоп, пытается зайти в мое тело и создать во мне опору, так? So now he's trying to get into my body and create support for him. Mm-hmm. And I just follow his movement and give it back to him. То есть всегда мы идем по движению, либо внутри. So we always follow the motion, the movement, either inside or outside. Но принцип одинаковый всегда. But the principle is the same. Вот сила идет человек, да? Здесь бороться с ним бесполезно, да? Он зашел в мое тело. Что мне mm-hmm. надо сделать? Убрать опору? Сколько бы не было силы, если ей не на что опереться, она куда-то денется. Doesn't matter how much power there is, as long as it doesn't have.